Много ссылок разных, там статьи какие-то, где люди пытаются долго, нудно, скрупулезно разбираться, а что же случилось на самом деле. Еще раз всем говорю, прекратите разбираться, никакого смысла это не имеет, вся эта писанина, разговоры. Уже случилось все, вы в концлагере, понимаете? Единственное, о чем вам надо думать сейчас, это как из концлагеря выбираться. Почему вы оказались в концлагере, уже не важно. Важно, как все это прекратить, как выбраться из этой жопы, как закончить цифровой гулаг, как остановить сумасшедших, которые вас посадили в концлагерь. Вот это надо обсуждать, об этом надо говорить. Какие методы, какая возможна борьба, какие действия, как координировать усилия и как не попасть в еще более худшее положение. То есть, чтобы вас за жопу не взяли и не посадили в карцер настоящий, или не убили вообще.